Александр Иванович, поздравляю с победой. Хочу попросить вас поделиться первым впечатлением о матче. Играл не оптимальный состав, допустим, как, но надо дать всем игровую практику равномерно, распределить нагрузку, потому что 11 человек сложно пройти даже любой отрезок чемпионата. В общем, надо равномерно, чтобы получили игровую практику. В общем, с этим расчетом состав строился. Повели 2-0. Были еще хорошие моменты, но не реализовали. В общем-то, у них один момент, который так ошиблись при стандартном положении, привел голову. Но в целом, в общем-то, еще раз по движению, по отношению, естественно, так, представление. Еще основная задача была выровнять игровое время игроков, потому что, еще раз говорю, пройти любой чемпионат с учетом карточек, удаления, травм. Нужно обоим игроков, они должны иметь игровую практику. Поэтому это основная задача была такая. Соответственно, и победить. Александр Иванович, кого-то из тех, кто сегодня играл, можете выделить отдельно? Никогда. И не услышите от меня, что кого-то я выделил, тем более на сборах. После игры там какой-то конкретный контроль, можно сказать, что... Ну, сейчас кого-то выделять...